делают долго добродушное и умное лицо. Банан пожевал, уже только что съели. Хочу небольшую серию репортажей о красиво окрашивающихся и крупнолистных кустарниках деревьев. Сегодня мы заснимем о колопанах, сквозь влага он не осыпался, и немножко про калины. Вот эта калина ольхолистная. С ольхой объединяет только форма листа, а так она, во-первых, краснеет, во-вторых, листья огромные. Вот моя рука. У меня тоже лапа такая не слабая, ну, сантиметров там сколько, 25 получается лист, да, пока, сантиметров 20. Посмотрите, какая шикарная краска. То есть лист по отношению к лицу, он, в принципе, закрывает лицо, да. Можно сделать и дырки, и подсматривать. Вот, красивая обложка листа. И посмотрите, это не просто калина, какой-то кустарник, это дерево, причем она растет. Мы сейчас репортаж делаем в Роговском ботаническом. Это пятый климат, она растет в четвертом мустеле. И посмотрите, какая нежная получается растяжка. От желтых, оранжевых до шерлаховых, таких кирпичных, красных. Калина это съедобна к тому же. Мы видим, что птицы уже ее съели. Надо было раньше подъезжать. И это все, по-моему, это Китай. Надо будет перепроверить. Плюсы этого дерева, что калины все хорошо удобряют почву, легко размножаются черенками и семенами, относительно легко. Семян вот. Еще интересное свойство, она укореняется ветвями при соприкосновении с землей. То есть, вот там мы видим уже порослевые отводки, то есть дерево под леской может вот так вот. Ну, следующий репортаж. А, вот сразу же за ним. Следующее крупное дерево, это птеросилок щетинистый. Щетинковый. Есть щетинистый, щетинистоволосистый, это щетинковый. Если мы посмотрим, здесь лист мелкий, но если мы посмотрим наверх, у молодых побегов вот такие вот крупные, размером тоже с лицо листья. Дерево транспирирует, замечательный медонос, как и калина предыдущая. Но окраска, конечно, красных тонов не будет. То есть вот. При этом это дерево, настоящее дерево, но правда для пятого климата, в четвертом оно, наверное, не будет себя вести как дерево. Вот. Цветет шикарно, но про него мы еще позже вернемся к нему. Сейчас двигаемся дальше.